Это для крафтинга склад новый. Здесь вот отсек без перегородок. Предыдущий у меня был с перегородками, это неудобно. Но сносить его сразу, строить новый не оптимально. Поэтому я сначала этот построил и буду потихоньку переносить туда все. Из того, что появилось. Округлые вот отсеки появились. И очень красивая экосистема вот эта вот. Я 3 штучки пока поставил. Шикарно выглядит. Тут личинки производятся в экосистеме всякие редкие. А тут лягушки прыгают разных видов. Какие страшные. Противно даже ходить стало. Торговые ракеты постоянно летают. Не поймать ни одну. Вот одну поймаю сейчас. И что-нибудь можно купить. Где-нибудь. Но я даже не знаю, что мне нужно. Основное я открыл. 15 тысяч голографический проектор, фонтан. Но мне пока еще маловато. Основное, что надо было, это оптимизатор энергии. Он очень много дает. Он как быстро заполняется. Сейчас заполнится вот это вот. И ракета автоматически улетит. Раньше фасоли не хватало, сейчас у меня грядки появились. Ну, тоже не очень много. Вот они тут. Одна. Вторая, третья. Вот. Пока еще не путаюсь, но в порядок все привести можно было бы в том новом ангаре. Новые хранилища вот такие вот, более вместительные, на много-много ячеек, я не помню насколько. Вот эти старые, здесь мало ячеек. Ну, естественно, в новом я буду строить вот такие. А отсюда постепенно все забирать. Некоторые даже снаружи стоят. Чтобы разобрать, вот что-то я там где-нибудь наберу, я закидываю сюда. И вот в этом ангаре у меня написано, что из него можно забирать. Ну, я написал вот этой кнопочкой, нарисовал, показал, что можно все брать. Дрон залетает сюда, хватает чего-нибудь. И если есть свободное место в других ангарах, в которых я ставлю вот этой кнопочкой, что закидывать, то дроны вот отсюда, их много у меня уже. Довольно много. Они переносят все. И также вот здесь... Вот этот вот агрегат, который называется, сейчас скажу. Просто как это называется.
трактор руды. Я их понавтыкал на месторождениях. И дроны оттуда переносят то, что мне нужно. Я могу здесь выбрать, что добывать. В этом районе можно добывать железо, серу, магний, кремний. Вот сейчас хочу, чтобы магний добывался. Но я это просто не трачу уже. У меня перепроизводство жуткое. Вот. И самого интересного, что у меня есть, это портал на другие планеты. Вот здесь есть сканер. Сейчас один портал открыт, поэтому не видно, что еще там есть. В этот, кстати, по-моему, дрон туда нырнул. Ничего себе, я не догонял, что так можно. Дрон нырнул в портал, по-моему, да? Или он насквозь пролетел в какое-то другое месторождение? Я не думал, что он может на другие планеты, дрон, через этот портал летать. Прикольно, если так. Тогда я могу там шкафчик поставить, закинуть все, что я там нахожу на других планетах. И дрон бы туда сам перемещался. Вот это другая планета. Здесь есть два заброшенных корабля, разбившихся. И там жуткий лабиринт. Очень сложно не заблудиться. Правда, сложно. Хотя у него еще уровень сложности так не особо. Сейчас покажу. Бля, кости сломал. Я сразу съем что-нибудь. Вот, чтобы не заблудиться, я ставлю. Сейчас покажу. Вот такие таблички. Ну, из магния, они дешевенькие. Выход. Потом дальше единичку ставлю. Но все равно лабиринт такой большой, что эти цифры не помогают. Вот так. И они однообразные. Свихнуться можно. На своей планете тоже есть такой вот заброшенный корабль. И я не могу распутать тот лабиринт, чтобы забрать локальный портал. Есть порталы локальные, вот такие. Они только по моей планете перемещают. Раньше я как? Я убегал в лабиринт с набором для создания вот этого портала. Телепорта, вернее. Телепорта. Это не портал. Ставил быстренько телепорт. Возвращался на базу, скидывал все, что я там нахожу на заброшенном корабле. Возвращался обратно на этот корабль, разбирал портал и бегал, искал что-то дальше. И так несколько раз. Ладно, пойду отсюда. Здесь вроде я все выгреб. Но пока портал не закрываю. На этой планете есть еще один корабль. Он чуть подальше. Там, мне кажется, я тоже почти все забрал. Но это надо искать туда, заходить, реально отдохнув, потому что устаешь бегать вот так. Там много этажей, много всяких этих лабиринтов. Когда комп у меня с забившейся оперативкой, и я телепортируюсь туда, и все это постепенно прогружается, то даже страшно, насколько много там вот этих вот ячеек. То есть видно, что он очень запутанный. И это еще не самый сложный. Вот если его открывать, закрывать,
Вот здесь сложность написана. Вот эта пятая сложность, это еще не самая высокая. Там были еще в списке еще покруче сложности. Поэтому я так не сразу туда ныряю. Потому что можно долго потеть там бегать. Сколько мне уже что-то. Надо что-нибудь еще начать закидывать. Ну вот все, чем я торгую тут. Допустим, еще вот этим можно. Стержни. У меня бесконечное производство их, потому что в этой игре бесконечные месторождения. Вот, например, здесь иридий я добываю. И я так понимаю, он не заканчивается. Было бы глупо, если бы он заканчивался. Вот. Я сюда закинул еще. Раньше я мусор скидывал вручную. Был экстрактор предыдущего поколения. И нужно было по всей карте бегать сюда. Или ездить на машине и собирать урожай этот. Сейчас дроны за меня это делают. И вот когда я сюда добегал, и предыдущий экстрактор, кроме иридия, набирал еще всякой фигни. Ну, вот этот титан, магний, железо. И мне вот это не нужно было. Я это вручную скидывал. И вот здесь были такие огромные кучи всякого титана и так далее. А потом уже, когда у меня появились дроны, я начал убирать территорию, потому что все эти лишние элементы, они же еще и компьютер тормозят. Вот. Но начинает уже. Блин, здесь тоже забито. Становится красиво. У меня всякие деревья растут необычные. Пить можно теперь из озер. Но здесь как-то не очень сочетается это, да? Какие-то они зимние прямо. И травы не растет. Вот это прилетел мой торговый корабль. И я получил токены. Этот корабль я уже вдоль и поперек изучил. Хотя бывает так, заходишь туда и находишь то, что не заметил. Место есть, сейчас попробуем найти что-нибудь. О, вот, ой, реально не заметил, вот. Самое нужное, это печатные платы. Раньше я не мог их производить, и мне надо было их искать. А они нужны буквально для всего самого ценного. Для вот тех контейнеров вместительных. Сейчас я могу их производить. Я их даже продавать могу. Много полезного нашел. Но этот корабль еще не такой сложный. Здесь как бы не заблудиться. Других можно было и заблудиться. Там еще есть уровни. Я не полезу сейчас. Вот, я набрал полезные всякие айтемы. Сейчас лечу на базу. Скину их вот в тот контейнер. И дроны их автоматически разберут. Потом
потом у меня еще появится более быстрый джетпак. Машину я уже прокачал, но здесь столько деревьев выросло. Я на машине мало катаюсь. Ее как-то можно тоже законнектить вот с этой системой доставки. Но у меня пока не получилось. Я создал вот этот вот. Сейчас покажу. Чип логистики. Ну как его дальше заставить возить что-нибудь? На самом деле так много мне и возить-то не надо. У меня дроны справляются, у меня их там штук 20. Сейчас скажу сколько. Сюда смотрю. 30 дронов у меня всего. Статистика есть. Ну так вот. Чего-то я набрал и сюда скидываю. И вот дрончик подхватил и понес. Магний, похоже, уже некуда пихать. Его слишком много. Необычная личинка. Улей Т2 появился у меня. Это когда я достигаю каких-то параметров по давлению, по терраформированию, мне автоматически что-то открывается. Осмотреть. Вот, замочки. Когда оно откроется, можно вот очень просто. Разблокируется при 1.25 TTI. Вот что такое TTI, я вообще не понимаю пока. TTI. Что за TTI? Ти. Может, это насекомых должно быть столько. Биомассы 18 килотонн всего. Но больше всего у меня тут растений. Скоро у меня появится млекопитающий. Что за TI? Приют для животных могу открыть. TI. GTI. Может это... Да, TTI. Да. G это... Одна единица измерения, а T, TI, это значит должно быть вдвое больше этого терраформирования, тогда вот это откроется хрень. Карман для животных еще откроется. И вот финальное, что должно открыться, экскаваторная платформа. Странное название. 5 TTI, то есть в 10 раз больше. То есть мне надо, вот учитывая мои темпы, еще полгода играть, чтобы воссоединиться с кораблем на орбите. Да я охренею тут играть. Но мне пока нравится. Вот. Улей Т2. Генетический экстрактор. Ферма бабочек. Икра лягушки какой-то. Икра лягушки такой-то. И вот реактивный ранец, когда будет 1 КТ. А сейчас у меня сколько КТ? Ну вот, наверное, животных будет у меня 1 КТ. А у меня сейчас тонна. Значит, должно быть
4 раза больше животных. Но вот лягушки сходят за животных, я так понимаю. Хоть они рептилии, но животные. И все это учитывается. Насекомые, наверное, тоже. Но они легкие. И вот это все мне откроет через сколько-нибудь пару месяцев. Ну, может, не через пару, смотря сколько я буду играть. Мой генетический синтезатор, бурты 5. Но бурты 5 уже как бы не за горами. Еще что-то. Корм для животных. И там тоже корм для животных. Ракета с разбрасывателем животных. Сегодня я запустил разбрасыватель насекомых. Так вот, чем еще заняться долгими зимними вечерами? Разбрасывать насекомых. А, рыбки у меня тоже тут вон водятся всякие. Да, тоже повышают. Вес общий животных. Так, что я хотел? Улей. Вот этот вот улей. Берем, делаем подсказочку. Убирать неудобно подсказки вот того, что я уже создал. Вот, чтобы зайти, убрать, ну, чтобы убрать личинки и ракету, надо туда бежать на стартовую площадку. Вот этот вот к генератору личинок надо бежать, чтобы убрать подсказку. Так, побежал. Что мне нужно? Удобрение. Стоп, не, это удобрение нужно. Мне нужно вот это удобрение. Биом. Пластик нужен. Кора и личинку пчелки. Кора у меня вот здесь где-то. Личинки пчелок этажом ниже. Ставим вот здесь улей. Самое то будет. Будет много меда производить. В принципе, можно вот эти старые ульи разобрать. Они энергию жрут. Так, сколько они жрут энергии? Это 95. Ну, в любом случае, новое поколение лучше ульев работает. Это 25. Хрен знает. Но я уверен, что эти производительные. Энергоэффективнее, вот. Так, срочно пить нужно. Да, с этими мутагенами бегаю. Надо шкафчик под них отдельный. Это у нас мутаген Т4. Допустим, пусть здесь будет.
4. Все. Ладно, все, уже долгое видео такое. Сейчас. Выключу. Мне нравится. Была бы графика еще по современней, наверное, было бы интереснее, но у меня больше комп не потянул, наверное, все это. Сейчас-то вот, наверное, 30 FPS, не больше. Ну, может, чуть побольше. Но все равно не очень приятно уже. На лестницу раньше я залетал запросто, а сейчас надо особо так прицеливаться. Вот, кстати, автокрафтеры вот эти вот. Раньше тут один автокрафтер стоял. Сейчас их 3. И они стараются, производят всякое разное. Это тоже уже слишком много напроизводил. О, пусть они вот что производят. Сначала вот это, а потом... Ладно, все пределы. Полетел, полетел. Торгаш несчастный. Корабль торговый. С высоты еще покажу. Вот здесь стеклянный пол. Интересно, да, так. Ну, если бы не тормозило, было бы еще лучше. А вот на этом этаже не везде стеклянный. Но это такая... Такая идея. Можно еще выше что-нибудь соорудить. Не знаю, надо ли. Наверное, надо. Как же нет? Обязательно надо. Займусь попозже. Да, я мог бы и сейчас. У меня всего много для этого. Этого строительного материала. Странно, много, да, но не под завязку. Титана много, всего много. Между прочим, вот что мне нужно, так это фасоль сеять. А семян довольно много. Вот, ладно, пойду.